Привет, друзья, с вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из России. Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля. Российский Минтранс пока официально не комментирует договоренности. В ночь с 14 на 15 июля представители Министерства транспорта и инфраструктуры Турции и Минтранса России провели переговоры о возможном восстановлении авиасообщения между нашими странами. Об этом сообщило турецкое издание «Андалоу» со ссылкой на собственные источники. В результате встречи стороны договорились о возобновлении полетов уже с 15 июля. Пока неизвестно, на каком условии и в каком объеме будут разрешены международные рейсы. Также не уточняются и города, которые смогут принимать и отправлять самолеты из России. Позже факт встречи подтвердил и министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмалоглу. «Мы договорились начать полеты с России с этого дня», цитируют чиновника местные СМИ. 14 июля российские туроператоры открыли бронирование туров на турецкие курорты. Предварительно известно, что Pegas Touristics 24 июля будет отправлять туристов из Москвы в Анталию на крыльях Turkish Airlines. Также продажи турпакетов на направление заявили Coral Travel и Test Tour. Представители крупного бизнеса вчера комментировали: в ближайшее время Россия и Турция начнут восстановление авиасообщения и надеются на то, что разрешение получат не только регулярные рейсы, но и чартеры. Это подтверждает и сообщение Андалоу. Тем не менее, Минтранс Российской Федерации пока не комментирует данную информацию. По сведениям от инсайдеров, российская сторона еще не предоставила все необходимые документы для официального подписания соглашения. На сегодня по России у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Следите за туристическими новостями и оставайтесь с нами. Впереди еще много всего нового и интересного.